Четырехдневный слет молодежного актива проходит в детско-юношеском оздоровительном лагере «Юноармеец» уже пятый год подряд, каждой весной и осенью. Администрация городского округа проводит это мероприятие для тех, кто вступает во взрослую жизнь и задумывается над тем, как ее улучшить в ближней и в дальней перспективе. 90 человек, молодых людей, собрались здесь. Это студенты Щелковского колледжа, колледжа экономики и права. Здесь у нас старшеклассники щелковских школ, поэтому все они объединены одной целью для того, чтобы научиться коллективизму и решению, принятию решения задач в коллективе. Это очень важная история, которая у нас развивается в молодежных центрах. Юноши и девушки до приезда в лагерь целый год готовились к этому важному и ответственному для них событию. Отборочная комиссия выясняла, что может предъявить соискатель, чем интересен, что сумел сделать для соседей по дому, по двору, для своей территории. И кураторами команд становятся те, кто на прошлых слетах показал свои лидерские и организаторские способности. В прошлом году я приехал сюда как участник. Мне, ну и сама атмосфера понравилась, и ребята хорошие, активные. И решил попробовать себя стать куратором. В начале этого года центр «Навигатор» проводил школу кураторов. Я ее прошел, закончил, меня взяли на весеннюю смену. И по результатам, видимо, весенней смены решили еще и на осеннюю оставить. Учебные занятия, тренинги, мастер-классы, дискуссии и другие мероприятия нацелены на интенсивный учебно-испытательный курс. С молодыми людьми занимаются опытные педагоги. Они проверяют молодых активистов на грамотность, на ответственность, на умение работать в команде единомышленников. На открытии осенней смены каждая из команд выступила со своей импровизированной визитной программой. О! Это Красное море или Финский залив? А ну свистать всех на борт! Где моя команда? Что очень важно, ребята понимают, что участие в слете молодежного актива для многих из них – это трамплин во взрослую жизнь. Во-первых, для жизни, для дальнейшего какого-то опыта, получить какой-то интерес от этого, узнать что-то новое, чтобы в жизни это пригодилось, собственно. Ну, в первую очередь, для саморазвития, я думаю, тут очень много чему учат, на самом деле. Чтобы понять, кем мы хотим быть по жизни. Участие в слете – это еще и увлекательное состязание. На лучшую командную работу, на самый интересный проект по темам лидерства, волонтерства, творчества, медиа. Лагерь молодежного актива называется «Лаборатория успеха». Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.